Arajou! 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 Мне не до юмора. Зачем вы смеетесь? Чего смешного? Ничего смешного не вижу. Чего смешного? Мне не смешно. Здорово, Наталья. А, хорошая подборка, слышите? Кайф. Это лучшая жиза, блядь. Все, короче, можно это клиповать. Лучше не найдете, блядь. Это просто пи***ц. Там написано ТНД. Вот так-то лучше. Благодаря большому изобилию цветов, одежду можно разукрасить настолько, насколько хватит вашей фантазии. Ведь можно футболку такой. Блин, вот если я бы была невидимой, я бы в торговый центр без QR-кода заходил бы. Да, и фильмы бы бесплатно всегда смотрел. Ебать. Кто хуй засовывает мне в горло, блядь? Что смешно? Заткнись! 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 Тебе исполнилось 14? Поздравляю! С этого дня тебе самому придется отвечать за убийство, грабеж, разбой, угон и вымогательство. Ты понесешь серьезное наказание за терроризм и захват заложников. Вот я... Твою мать, бахнули. Сразу же первая мысль, отрахать ее можно? Интересно. Это свинина, предназначенная для котлет. Стоп, алло. Рубль это нихуя не 100 копеек. Или 100 копеек. Всю жизнь думал, что 60 копеек. Да кого это ебет? Вообще, когда последний раз копейку видели вообще? Вот так вот, типа, в руках. Так, я спермоглот, не вижу возраста.
На себя 34, что ждет сотый? Ебать, у вас стримеры там, слышите? Которых вы заслужили. Александр Сергеевич, салам алейкум. Добрый вечер. Нихуя, у девочек пи***ц как воняет, блядь, в раздевалке, я ебал. Девочки тоже вонючки лютые. Иерихон. А. Иерихон это из этого. Что? А, седьмому Г-классу передаю привет. Я обращаю тебя. Сука, блядь, сопля вылетела. Блять, мне кто-то будет говорить, там нахуй какая-то малолетка, что я, блядь, в бит не попадаю, блядь, чел. Хочешь выделиться среди... Да, блядь. Ай-ай-ай. О мой бог, черт возьми, Макс, хорошая работа. Ай, блядь. А чё, можно было сказать поострее сделать? Там чё, спецзаказы делают? Я в шоке, ребят. Хорошо, 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 хорошо. Да, что-то разрывной, да? Вообще охуенно. Мне нравится. Мне нравится канал. Прикольный. Подписчиков вообще на, пожалуйста. Нахуй, блядь. Меня снимаешь? Блядь, о, сука. Аж репа заболела. Знакомьтесь. Так, вон Леночка какая-то. Бля, мне кажется, пацаны угорают какие-то. Спасибо, что ты вообще охуел, не говоришь спасибо. Бля, ребят, не отвлекайте, пожалуйста. Ты же не понимала математику, откуда тебе пятерки одни? Угол.
слева либо справа, то есть киваем ебалом слева направо, то есть нет, не меняется. Пишем косинус. Если угол сверху или снизу, то есть киваем ебалом сверху вниз, да, значит меняется. What's this? Huh? What's this? Бля, ну хуй знает, если такая хуйта и произойдет, то тут, блядь, ну я не знаю, чё. Типа, это даже ни хуй не смешно, челу должно быть. Ты сдохнуть хочешь, тварь, блядь? Ты отменишь тщательное расследование и заявишь, что нет никаких подпольных групп. Иначе тебе отрежут яйца и пошлют в редакцию New York Times в качестве пресс-релиза. Алло, это не сперма петуха. Петух не кончает в курицу. Вы не видели? Петух не кончает в курицу. Петух залазит на курицу и топчет ее. Ты сдохнуть хочешь, тварь? Он ее топчет. Он ее топчет, чтобы у нее, блядь, вот эти ее гормоны яички несли, понимаете? Он кончает. Петух не кончает. Блядь, ну я сейчас что, размножение куриц, блядь, посмотреть, что ли? Че? Он угорает? Нет, я не угораю, я реально думаю так, что он не кончает. Ладно, я поверю, но мне кажется, вы меня наебали. Ну тогда, блядь, петушиная сперма очень вкусная, что я могу сказать? Ой, блядь. Это вообще такая жиза, в голове сам себе челленджи придумываешь, который проебываешь. Ой. Я, между прочим, алло, алло, как дела? Еще раз пальнуть, а то у нас все солнечно, да солнечно, а вдруг вечером дождь будет. Попал в солнце, значит погода будет ясная. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, наш азербайджанский меймун. Эй! Сегодня у нас в гостях выдающийся спортсмен, многократный чемпион мира и Европы, рекордсмен Европы. Человек, который одно время был самым сильным человеком планеты, с недавних пор народный депутат Украины. Уй, вы же видели, типа, разбор о том, что раньше некоторые, по-моему, BBC, что ли, специально, блядь, подкидывали зверей, блядь, для кадров. Но это раньше было, я не знаю, как сейчас. Мало, не почувствовал. Блять. Сдохнуть хочешь, тварь? Блядь? Саша никак не может открыть шампанское. Да я так и начал. Сейчас в лобешник. Ой, блять! Понял. 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 Ха-ха-ха.
Поразительно. Это что-то новенькое. Поразительно. Это что-то новенькое. Поразительно. Это что-то новенькое. Говно. Из напоминающих я не слышу. Фу, нормально. Амигалул. Пиздец, я теперь, блядь, тебя смотреть не буду, понял, козел ты ебаный? Сидит, блядь, там в машине, нахуй, матерится матюками грязными, блин. Меня дети смотрят, ебло.